сегодня Дух Святой подтверждает чудесами и знамениями. Это слово благодати, это Евангелие благодати Иисуса Христа, которое Он даровал нам. Он даровал нам свое личное благословение, свою личную праведность, чтобы сегодня каждый из нас, мы уповали на благодать. Эту фотографию вы видите, вот подошел наш брат. Посмотрите на его ноги. Остались легенькие пятна. Вы видите это? Вы видите это? Во время молитвы я пережил прикосновение Духа Святого. Это как раз. Это было? И меня затрусило, и огонь сошел. Огонь. Вау, слава Богу! У меня была проблема с ногами, и я лежал в больнице. И когда я удивлен, что через молитву апостола, через телеканал, когда апостол Владимир молился, я получил исцеление. Я призываю вас, идет новая запись на саммит «Святое измерение». Записывайтесь и не пропусти свой шанс. Не пропусти свой шанс, потому что благодать сейчас высвободилась на нас, который открывает все двери, которые были закрытые.